Всем привет, масленица в самом разгаре, а я готов, конечно же, к блинам. Я думаю, что вы со мной согласитесь и с удовольствием посмотрите мой рецепт. В предыдущих роликах я давал рецепт теста, того самого блинного, вкусного, за которое, кстати, получил большое количество приятных отзывов. Спасибо огромное. Сегодня я буду готовить блины с припеком. Причем самым таким традиционным, наверное, припеком, который часто делали наши бабушки и... Вообще припек, который распространен в России, это лук и зеленое яйцо. В смысле наоборот, зеленый лук и синее яйцо. Лучок нужно порезать как можно мельче. Тесто у меня уже готово, я его заранее подготовил. Оно постояло для того, чтобы завязалась клейковина. Так будет легче жарить блины. Но смотрите, если вы делаете блины с припеком, они получаются, конечно, немного толще, чем обычные. Поэтому я рекомендую тесто делать немножко жиже. Немножко жиже делать тесто. Я вот зеленый лук сразу же отправляю к яйцам. Конечно, соль, перец обязательно. Как без этого? Да, еще один важный момент. Когда вы делаете блины с несладким припеком, вы наверняка знаете, что припек существует совершенно различный. Можно делать припек с орехами и вареньем. Если, например, кусочки яблочного варенья, саму жидкость не льете, а кусочки яблок, которые находятся в банке, можно использовать точно так же в припек. Можно использовать рыбный фарш в припек, можно использовать сырую рыбу в припек, можно использовать зелень и сыр в припек. Но главное помнить, что на масленичной неделе мы исключаем из рациона мясо и птицу. Готовимся к посту. Яйца можно, конечно же, нарезать, если у вас есть яйцерезка. Я предпочитаю всегда это делать вилкой, потому что во время того, когда вы разминаете яйца, выходит сок из лука. Это все вместе объединяется, превращается в прекрасную начинку. Кстати, именно так же моя мама делала пирожки. Только помимо яйца и зеленого лука, она сюда добавляла достаточное количество соли и вливала растопленное сливочное масло. По сути, растопленное сливочное масло у нас тоже участвует в приготовлении, потому что как мы блины и не смажем сливочным маслом? Оно у меня уже растоплено, стоит на плите, ждет своей минуты. Еще раз напоминаю, что когда вы печете, жарите блины, тесто нужно каждый раз перемешивать, потому что в моем рецепте тесто довольно жидкое, и в какой-то момент времени мука может опускаться на дно. Что я делаю? Немножко каплю масла. Сковорода у меня включена. Сейчас, пока не пожарю первый блин, температуру нужно будет поймать, потому что так очень сложно определить, когда же пора лить тесто на сковороду. Можно, кстати, взять кисточку, которой я буду смазывать блины сливочным маслом и помочь маслу разойтись по сковородке. Итак, как пекутся блины с припеком? Вначале мы выливаем небольшое количество теста на сковороду. Теперь добавляем припек, яйцо и лук. И подливаем еще немного теста, чтобы у нас припек прихватился. Блины от этого становится чуть-чуть толще, но не переживайте. Ничего страшного не станет. Некоторые люди вообще пекут толстенные блины, как оладьи, и считают, что именно такими они должны быть. Когда вы делаете припек сладкий, тогда сахара не добавляйте вообще. Потому что у вас начинка сама будет сладкая, и сахар в тесте плюс сладость начинки будет слишком приторно. А вот когда вы делаете не сладкую, а соленую начинку, тогда оставляйте то количество сахара, он как раз будет создавать вкусовой баланс. И блины будут достаточно вкусны. Поддеваем. Аккуратно. Переворачиваем. Лук с яйцом там обжаривается, такой аромат. У меня аж слюни потекли. Здесь не хватает, конечно же, крепкого чая с лимоном, очень сладкого, потому что я... Вас уверяю, что сметана и сливочное масло дополнят мои блины, и они станут просто шикарными. Да, смотрите, что у нас происходит. Видите, мы слегка их припекли с этой стороны. Там жарить их до нескончаемого
состояние не нужно. Оп. Вот такой блинчик у нас получился. Эх, горячий. Смотрите, какая красота. О, румяный. Сразу же сливочным маслом смазываем, потому что масленица любит масло. Смотрите, какие румяные, красивые блины у меня получились. Лук с яйцом очень вкусный. И красивый припек получается. И вы знаете, о чем я подумал? Что вот мы часто очень детям жарим блины, печем блины, начиняем их какими-то начинками. А на самом деле вот именно припек приклеивает начинку к тесту. И ребенок, когда кушает блин, у него изо рта ничего не сыпется. Это ведь прям можно использовать как, не знаю, как лайфхак. И вообще я сам никогда об этом, может быть, и не догадался бы. Но вот сейчас, когда я пек блины, у меня осенило, что это очень удобно кушать. Я думаю, что наверняка наши предки, конечно же, не из-за детей придумали припек, но суть в том, что когда начинка, прилипшая к тесту, у нас лежит в тарелке, конечно, это получается такое аппетитное, очень гармоничное блюдо. Я выкладываю все на тарелку. О, какие блины получились. Они, кстати, вот тесто у меня жидкое. Смотрите, блины совершенно не толстые получились. Ну да, из-за припека просто они здесь чуть увеличенные, но они совершенно тоненькие и очень золотистые. Но золотистые они из-за того, что я масло чуть-чуть подливаю, как вы уже поняли. Смотрите, на тарелке блины лежат. Теперь в центр тарелки нужно что? Конечно же, сметану. Как мы без сметаны будем подавать блины к столу? Сметану не жалейте. Смотрите, у меня русская такая, настоящая деревенская густая сметана. А, загляденье. Сами пофантазируйте с различными припеками, найдите тот вкус, который вам нужен. Но а основу, так сказать, я вам рассказал, и я уверен, что она вам поможет. Вкусной вам масленицы!